Фестиваль креативных индустрий – это место, где молодые лидеры, подростки из малых городов, таких как Ишим, Зеленодольск, Лениногорск, Кукмар, Октябрьский и многих других, представят свои проекты, такие как фотопроект, видеоролики, рисунки, постеры, плакаты, комиксы. Мы помогаем и продвигаем творческую, креативную молодежь, которая готова представить свои таланты, и помогаем им раскрыть их личный внутренний потенциал для того, чтобы представить креативной индустрии. Наш фонд много лет занимается поддержкой и социализацией подростков, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Так родилась идея лидерского слета. Место, где подростки и молодые люди, независимо от своего ВИЧ-статуса, вместе учатся, творят, растут, развивают лидерские навыки, строят команду, ценят время и поддерживают индивидуальность каждого. Конкурсные работы будут представлены в сети интернет на голосование всех жителей нашей страны.